Страсти на песке и в жару, и даже в дождь. 14 июля небольшие осадки не помешали спортсменам стартовать в чемпионате района по пляжному волейболу. В матче открытия в центре внимания команда из Серноводска. Ну, конечно, начало у нас сезона. Пока еще не вошли в ритм в игровой. Ну, вроде ничего, нормально сыграли. Причем логичнее было бы назвать дуэт несколько иначе, ведь из Серноводска только Сергей Гитманов. А вот Сергей Кислюк из Сургута. А почему, например, не назвали Серноводск-Сургут? Ну, решили так, в этом году так. А в следующем? В следующем будет Сургут. В следующем году команда будет же Сургут у вас называться, да? Нет, у меня напарник ошибся немножко, даже за Серноводск будем играть. Он просто устал, поэтому не понимает, что говорит. А также, да, Серноводск будем прославлять. В первом матче Серноводск в двух сетах одолел коллектив под названием «Факел». Всего же в чемпионате района выступают 8 команд. Они выявят сильнейшего матчами в один круг. По словам организаторов, это единственный длительный чемпионат нынешним летом. Смешанные мы проведем миксты. Одним днем просто турнир проведем. И у женщин тоже одним днем. То есть получается просто мужских команд больше? Да, мужских команд больше заявилось. А женских там немного, поэтому решили не проводить. Все игры будут проходить в Суходоле на площадке стадиона «Центральный». Площадка хорошая, не хватает немножко песка, но довезут в ближайшее время. А вообще отлично, у нас впервые такое. В Суходоле была когда-то, очень давно, да, много лет назад. Песчаная площадка. Теперь пляжный волейбол в самом центре поселка. Болельщики смогут посетить матчи каждый вторник и четверг. Начало игр в 18:00. Дмитрий Сурков, ТРК «Радуга-3», Сергиевский район.